Сегодня в России начали выдавать заграничные паспорта со специальным вшитым в странице электронным чипом. На нем будут храниться отпечатки пальцев владельцев документа. Оформление биометрического паспорта, обещают в миграционной службе, будет по-прежнему занимать месяц. Стоит заметить, выдача заграничных паспортов нового типа всего лишь эксперимент. Проходить он будет в трех подразделениях ФМС – в Москве, Подмосковье и Петербурге. Жители других регионов смогут получить новый вид документа с 2014 года. Процедура сканирования отпечатков пальцев ждет всех граждан России, достигших 12 лет. Эти данные будут храниться на электронном носителе информации паспорта, что обеспечит максимальный уровень защиты документа. Отмечу, выбор вида паспорта остается за людьми. Менять его в срочном порядке не придется, конечно, если срок действия вашего документа еще не истек.